Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! Ассаламу алейкум! Ассаламу алейкум всем! Вы на канале Пройтим. В общем, сегодня Мамед будет наблюдать, смотреть, судить, как я буду делать комплекс с гири. Это второй комплекс гири. Первый был на той неделе показан. Мамед показал, это больше силовой комплекс. Вот этот комплекс, это один из наших любимых комплексов, который будет сейчас. По системе 21-15-9. Махи, гири и бёрпи. Здесь у нас гири 32 килограмма. То есть сначала 21 мах гири, 21 бёрпи. 15 маха гири, 15 бёрпи, 9 маха гири, 9 бёрпи. То есть такая работа взрывная, быстрая. И на скорость. И на скорость. На скорость. То даже можно брать даже гирю 16 и делать, стараться быстрее. И будет тоже очень тяжело делать. Это такой комплекс развивает именно взрывную силу. Да, взрывную силу и выносливость. И выносливость, ребята, на короткое время. Очень сильно развивает. Очень. В общем, сейчас вы будете смотреть, Мамед будет судить. Да. И мы потом пару слов еще скажем. Обязательно. Начали. Так, готов? Так, время, давай время. Давай время, обязательно. Ребята, попытайтесь время масштабировать, на Костю включить, я не знаю его как включать. У Кости очень тяжелый телефон, только он знает, как его включать и выключать, в общем. Так, вот сброс, вот секундомер, вот пусть все. Так, ребята, самое главное, когда вы делаете 21-15-9, любое упражнение, наша задача, самое главное, за минимальное время успеть сделать 21 выброс махов гири, 21 бёрпи, 15 махов гири, 15 бёрпи и 9 махов гири и 9 бёрпи. То есть одно за другим идет, два упражнения. Также вы можете делать и другие упражнения, также по этой же системе. Становая тяга, подтягивание, подтягивание, бёрпи и так далее. То есть, ну, наша задача сделать максимально быстро. Костик готов? Готов. Приготовился. Поехали. Время пошло, пока Костя делает, я объясню вам, в чем прикол. Самое главное, если вы укладываетесь 5 минут, через определенное время попытайтесь сделать этот комплекс еще раз. Друзья, когда вы приходите куда-то тренироваться, и, например, делаете только этот вот, и уходите домой, вы должны понимать, что это не тренировка. То есть за 5 минут ты не сможешь полностью потренироваться. Ты должен чуть-чуть разомнуться, потратить на это время, растянуться, разомнуться. Побегать, либо это штанга, там тяжелую атлетику поделать, если, либо силовую тренировку. И в конце тренировки, например, ты можешь бахнуть вот такой вот. Он очень интересный. То есть, конечно, вы будете что-то развивать непосредственно, если вы будете работать 21-15-9, да, там, например, вот таким водом, вы развитие именно скорость, да, там только в этом воде. Но все остальные части, они будут опаздывать. Поэтому наша задача максимально быстро адаптироваться ко всем нагрузкам. Сейчас это такой вот, до него, например, мы поделали там подтягивание подходами, побегали, растянулись, хорошенько разомнулись. И вот сейчас делаем вот. После мы тоже разомнемся, растянемся и пойдем домой. Сделаем заминку. И пойдем домой. Поэтому просто пришел, разомнулся, сделал 3 минуты вот и пошел домой тоже неправильно. Попытайтесь добавить что-то после или до, либо подтягивание, либо работу на брусья. В общем, вот такая работа. А тут вовсю, не покладая рук и ног, работает Константин Пинков. Минута 50, сказал бы я тебе, просто сейчас идет. В общем, друзья, максимально. Костя не отдыхает, потому что его задача побыстрее сделать. Вот, 2 минуты уже прошло. Поверьте мне, это очень тяжело, когда ты работаешь на время и максимально пытаешься сделать. Давай, 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 Костя. До конца. Вот так. Отлично. Хорошо. Дальше. Здесь самое главное, ребята, не жалейте себя. Не надо себя жалеть. Будет усталость, но она у вас в голове, поверьте мне. Когда вы делаете такие воды, ваш разум отказывается верить в то, что вы сильно устали. Это все просто сигналы определенные, которые подаются для того, чтобы вы сдались. Для того, чтобы вам отдохнуть можно было. Не нужно слушать себя. Усталость пройдет, боль пройдет.
Давай, Косик, давай, 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 до конца. Отлично. Три глубоких выдоха, Костя. Все, еще выдохни и пошел. Поехали дальше. Друзья, 3.30. Костя идет очень хорошо. Гиря 32 у нас весит. Такой вот очень тяжело делать, поверьте мне. Когда присутствуют непосредственно бёрпи, всегда вот тяжело делать очень. Потому что, ну, нереально это тяжело из-за того, что все, весь твой организм, все системы работают. Огромное кардио плюс выносливость, силовая, жирная. Все работает, в общем, ребята. Давай, Кость, до конца дотягивай. До конца. Еще. Все. Есть. 4.19, друзья, закончил наш друг Константин. Надеюсь, вам видно. Так. В общем, видно вам. Так что вот такой вот. Молодец, Костя. Сейчас. Не садись, походи чуть-чуть. Походи чуть-чуть, восстановишь. После такого ввода обязательно восстанавливать пульс, ребята. Надо чуть-чуть походить, лежать не надо. Во время такого комплекса нельзя пить воду, это нежелательно делать. После и до можно, тоже в умеренных количествах. В общем, вот такая вот тренировочка у нас сегодня. Сейчас Костя придет, расскажет свои ощущения. Так, наш Костя восстановился по чуть-чуть. Кость, скажи, какие ощущения? Ощущения тяжелые, потому что делал почти без остановки. Последний раз я делал такой комплекс с гири 24 килограмма. И то я сделал примерно за такое же время, то есть у меня есть какой-то прогресс в этом, чувствуется. То есть 24, и спустя определенное время, ребята, уже 32, понимаете, за такое время. Да, отличный комплекс, ребята, который еще раз доказывает, что, знаете, я с некоторыми людьми спорю. Насчет того, что некоторые говорят, кроссфит – дорогостоящая тема. Надо митболы, надо гири, надо штанги, надо турники, сэндбэги. Я говорю, сама философия кроссфита, она предполагает тренировку в любом месте с разными снарядами. Это функциональность, прежде всего. Конечно, конечно. Вот гири. Вот эту гирю я купил за 1000 рублей. Я думаю, ребята, это не такая большая проблема. Для тех, кто работает, сейчас в кафе дороже посидеть стоит. Поэтому тренируйтесь, ребята. А мы с Мамедом будем снимать видео для вас, показывать вам, делиться своим опытом, слушать ваш опыт, читать ваши комментарии. Мы их регулярно читаем, отвечать не всегда успеваем, но прислушиваемся. Да. Скоро мы будем отдыхать и тоже на эту тему снимем несколько интересных видео. Да, друзья, скоро мы будем отдыхать. У нас просто чуть-чуть будут маленькие каникулы. Не тайские, конечно. Сейчас очень дорого это. Сочинские? Сочинские, наверное. Так что, ребята, если нас кто-то знает в Сочи, то в каких числах? С 21 по 25. С 21 по 25 мы в Сочи. Если есть желание, можем увидеться с вами. Да. Так что вот так вот, друзья. Пишите комментарии, группу. В группу пишите. Будем рады посетить ваши залы, если там с кем-то увидимся. Посидеть, пообщаться, познакомиться. В общем, все. С вами был я, Мамед Исаев. И Константин Пинков. До свидания. Ждите нас на канале Классики. До новых встреч, друзья. До свидания.